Сегодня юбилей отмечает Олег Басилашвили, народному артисту СССР 85. С днем рождения актера театра и кино поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Выпускник МХАТа начинал свою карьеру с подмостков Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а с 1959 года верен сцене Большого драмтеатра имени Толстоногова. Всесоюзную известность артисту принесли работы в кино, зрители знают его как Самохвалова из «Служебного романа», Бузыкина из «Осеннего марафона» и Платона Рябинина из «Вокзала для двоих». Народный артист СССР снялся более чем в 7 десятках картин. Олег Басилашвили продолжает работать в театре и на родной сцене. Специально к юбилею запланирован ряд спектаклей.